Судя по тому, что на футбольных полях захрустел белый снег, наступила жаркая пора для омских футболистов-любителей. Декабря они ждут с нетерпением. Как раз в это время, уже 24-й год подряд, проходит турнир по мини-футболу на снегу на кубок компании «Оша». В этом году за право обладать главным кубком состязаний на отборочном этапе боролась 101 команда. Турнир 24-й год проходит. Вот надо сказать, что я вот вижу все это, и видно, что турнир каждым годом развивается. Не в плане того, что вот организационном, но и в игровом. Я вот сейчас смотрю, уже дети играют тех футболистов, которые вот мы начинали этот турнир. Вот. А соответственно, у нас две школы работают, и, значит, выпуск футболистов молодых. И вот вы посмотрите, сколько молодежи сейчас играет. И подбор игроков, и подбор сейчас групп. Приблизительно где-то одинаков. Есть, конечно, фавориты этого турнира, но на данный момент пока по аутсайдерам говорить очень сложно. Объясняется такая популярность легко. В Омске есть несколько мини-футбольных федераций, состав которых постоянно меняется. А кубок компании «Оша» для них хорошая возможность определить лучшего из лучших. Любимая игра миллионов в мире. Ну, погодные климатические условия не позволяют нам, наверное, играть настоящий футбол, большой футбол весь год. А манежи и условия проведения футбольных матчей под крышей тоже хватает не на всех. И что делать любителям футбола в зимнее время? Вот всегда традиционно во дворах, на площадках спортивных люди играли в эту игру. И замечательно, что у нас есть те, кто этих людей объединил, предложил им такую форму соревнований. Потому что именно в соревнованиях, понятно, выявляется сильнейший, проявляется азарт, возникает желание, стремление улучшать свое спортивное мастерство. Открывает основной этап турнира по традиции матч с участием команды «Оша». Хозяев соревнований ежегодно считают главными фаворитами на победу. Добраться до заветного трофея им удается не всегда, но в тройку сильнейших команд «Ошовцы» попадают регулярно. У ребят есть опыт выступления в различных турнирах, в том числе и на профессиональном уровне. Поэтому мы давно друг друга знаем, сыграны, несколько лет вместе играем. Поэтому успехи команды за последнее время, они обоснованы. Безусловно, задачи самые высокие, а ответственность, она чувствуется с самого момента, наверное, открытия соревнований, конечно. Отдельное внимание сельским командам. Футболисты из районов области на Ошовский турнир приезжают с особым настроем. Упустить возможность доказать, что они не слабее городских ребят, не могут. А получается у них это очень даже неплохо. Уровень команд очень хороший. Особенно здесь уже остались, можно сказать, одни сильнейшие команды чемпионата города. Ну а так прошли, если честно, тяжеловато, но без удачи никуда. Благодаря удаче прошли. Играть футболисты будут весь декабрь. В преддверии Нового года определят обладателя главного приза.